Малиновый чай. Чай из листьев малины. Разжижает кровь. Содержит природные аспирины. Вот они, молодые листочки весенние малины. Заготовим на зиму. Дождемся ягод. Вообще будет красота. Чаечек заварим. Как самостоятельный чай можно заваривать. Можно ферментировать листья. То есть их натереть в руках или через мясорубку пропустить. Подсушить. И в чай заварить. Можно с добавкой чая обычного. Можно со смородиной. Разные миксы делать. Травяные сборы. Можно так, как самостоятельный чай. Но цвета меньше будет. Цвет будет более такой тусклый, но польза от этого не уменьшается. Заварили в термокружечке чаек и попиваем. Мы даже не кипятком завариваем, а так 90 градусов настаиваем. Пару часов берем с собой в термосе. Классно. Красота. Листья малины.